Босыми ногами по глади воды, и крест на Голгофу в терновом венце. Учение жить он оставил тебе, чтоб ты счастье познал и не ведал беды. Заплатил своей жизнью за веру, любовь. Озверевшей толпе отдал тело и кровь. Только душу святую оставил себе, доказал, в ней вся сила и мне. И тебе. Он старался для нас, для потомков своих. Учением святым просветлял этот мир. Он искренне верил достучиться до вас. Его прибили к кресту и устроили пир. Много лет с той поры улетело в века. Люди стали умнее и верят слегка. Кто-то больше, кто меньше. И Библию учат. Но ошибки все те же. Нас время не учит. 2000 лет с тех событий минуло. А что изменилось? Человек видит дуло оружия чаще, чем серп. Кровь льется рекой. И конца этому нет. Почему? Средь бескрайней вселенной, на песчинке планете под названием Земля, не найти нам путь верный без войн. Уничтожаем мы сами себя. Почему? Да все просто. Нет веры, надежды, любви. В душах страх, меркантильность и жадность. Могли бы все вместе мы счастье найти. И жить мы могли бы все в радость, но, видимо, не доросли до истин простых и прекрасных, изложенных в заповедях золотых с Голгофы. Учителем сказанных. Вы вспомните давнюю повесть, услышите шепчущую с вашего крестика совесть.